Всем привет, с вами Декснифф, игра Ведьмак, Каменное сердце, мы продолжаем. Задание Сезам, откройся. Привет. Прощай. Вы, барышня, может быть, свободны? Потому как я с недавних пор, да? Да неужто? Быть не может. Кто же это мог упустить такую выгодную партию? Наконец, все в сборе. Пора начинать. Этот налет — дело серьезное. Так что, если кто-то из вас сомневается, пусть уходит сейчас. Пока еще можно. Наша цель — аукционный дом Барсоди. Конкретно сокровищница. Эвелина, ты войдешь в башню, как только пройдет патруль, и спустишь нам веревку. У нас будет не более 5 минут. Этого хватит? Более чем. Великолепно. Поднимаемся в башню, оттуда в аукционный дом. Внутри никого не должно быть. Но если что, у нас есть Геральт и его мечи. Потом вниз, в сокровищницу. Казимир взрывает дверь. Мы входим, берем добычу и испаряемся через тайный ход. У меня все. У кого есть вопросы? Нам нужно опасаться еще каких-нибудь мер безопасности? Ловушек? Ничего особенно серьезного. Вот здесь, на первом этаже, есть шнур от колокола в башне. Если он зазвонит, у нас будут неприятности. Как сделать, чтобы он не звонил? Не дергать за шнур. Все, как я сказал. Аукционный дом будет пуст. Я не жду каких-то проблем. А хранилище? Как оно охраняется? Что бы там ни было, смесь селитры, пороха и фульмината серебра сделает свое дело. Что-нибудь еще? Позволь очевидный вопрос. Если в сокровищницу ведет тайный ход, которым мы уйдем, почему бы нам не войти через него же? Хороший вопрос. Почему? У каждого коридора 2 конца, правда? Но я знаю, как найти только тот, что в сокровищнице, а другой где-то за городом. И я понятия не имею, где именно. Ага, чудно. Так если все-таки... Если бы как-то смог это выяснить, вы были бы мне не нужны. Так что поверьте, я пытался. Еще вопросы? Все выглядит прекрасно, но... Что, если что-то пойдет не по плану? В этом случае каждый сам за себя. Вот так вот просто? В этом ремесле нет места дружбе. Че, хренели, что ли? Добро, беремся за работу. Нечего тянуть кота за яйца. Замечательно. Встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь. И убедитесь, что за вами не следят. Я дам сигнал повару в гарнизоне. А что с масками? Рожа-то у меня приметная. Оставь это мне. Да, и еще одно. Если кто-нибудь из вас донесет стражи, разболтает за пивом. Убью. Собственными руками. Да, меня-то ты убьешь. Я смотрю, ты знаешь, как вдохновить на труд. До встречи на месте. Что-то мне кажется, он нас кинет. Прям чувствую жопой. Что-то какой-то мутный тип. Хотя тут все персонажи какие-то мутные. Thank you.
Сохранимся. Вперед. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм. Да, прямо не его не видел. Как он там сидит. Похвальная расторопность. Отлично. Всего один патруль. Твоя микстура, должно быть, сработала. Эвелина, готова? Ты шутишь? Конечно, да. Три, два, один. Все чисто. Давай. Гребаные птицы. Вечно все засрут. Что? Я вам покажу. Патруль идет сюда. Все наверх. Быстро. Ох, ё. Лучше бы уж было взорваться. Гном чуть ну, все тут не испортил. Что-то игру вор напоминает. Внутри же никого не должно быть. Видно, мой информатор ошибся. Это все, что ты можешь сказать? Я там шею чуть не сломала. Ты знала, на что идешь. Сейчас не время для обсуждений. Верно. Отступать нам уже некуда, так что надо переть вперед, как бы там ни было. Золотые слова. Если здесь один стражник, впереди могут быть еще. Доставай меч. Нет. Что так? Я не буду убивать. Я уже сказал. Ладно, надевайте маски и идем. С деревянными мечами. Так, сохранимся. Пока что чисто. Тьфу-тьфу, чтобы не сгладить. Хорошо. Но все равно держите ухо востро. Я и держу. И уже заметила кое-что, что взяла бы себе с удовольствием. Не сейчас. И потому мы поднимем начальную Что? Стража! Стража! Ну все, сука. Хана. Ты говорил, что... Я знаю, что говорил. Вперед, пока они не подняли тревогу. Да, с деревянными мечами вообще классно. Вот так.
Да, блин. Он убил козел. Остановите его! Не дайте ему уйти! Все жопа, блин. Закрылся изнутри. Дьявол. Черт. Сдавайтесь. У вас нет шансов. Посмотрим. Но у нас есть заложники. Пощадите. Считаю до трех и входим. Раз, два. Еще один шаг, и здесь начнут гибнуть люди. Спокойно, давайте договоримся. Озвучьте нам ваши требования. Выторгуй нам немного времени, Геральт. У нас одно требование. Уведи отсюда своих людей. Не могу на это пойти. Можешь, только не хочешь. Зато я могу кого-нибудь убить. Сделайте, как они просят, умоляю. Успокойтесь, не надо никого трогать. Понятно? Нет, ничего проще. Отзови своих ребят, и все будут жить долго и счастливо. Повторяю, это невозможно. Но мы можем с вами как-нибудь договориться. Давай проясним кое-что. Мы с тобой не на базаре. Мы с тобой не торгуемся. Речь идет о жизни людей. Я понимаю тебя, но... Никаких «но». Считаю до трех, и прольется кровь. Раз. Милостью богов! Сделайте, что он говорит! Ты не оставляешь мне выбора. Два. В атаку! Блин. Че, все каждый сам за себя? Блин, снаряжения еще нет, вообще жопа. Носа надо вынести. Обошлось бы без боя. Если бы не этот взрыв, мы не вошли бы в сокровищницу. А где Эвелина? Сбежала. Тем лучше. Меньше желающих делить добычу. Пойдем, пока не подошло подкрепление.
Сохранить что нельзя. Что за сокровищница? И где гном? Тоже сбежал. Вот. Хоть этот не сбежал. А красиво бабахнуло! Громковато, правда. Надо было добавить больше гремучего серебра. Хотя... Меня это не интересует. Никого это не интересует. Идем. Геральт, ты впереди. Почему я? Потому что я за этим тебя взял. Топай, времени мало. Те же картины были на аукционе. Те же картины были на аукционе. Те же картины были на аукционе. Еще раз повтори. Те же картины были на аукционе. Включая полотно Вандерхуя, мастера из Марибора. Те же картины были на аукционе. Да, блин. Включая полотно Вандерхуя, мастера из Марибора. Ничего, входим. Да ты знаешь, с кем тягаешься? Еще бы. Знаю. Даже слишком хорошо. Эвальд? Привет, братишка. Сколько лет? О, чтоб меня понос прохватил! Изволь объяснить нам, Эвальд Барсоди, какова на самом деле цель этой семейной встречи? Месть. За предательство. Годы нищеты. Унижений. Это мне отец завещал аукционный дом. А Хорст меня обманул. Лишил наследства. Лишил всего. Потому что все, что мы заработали, ты стал спускать на карты и девок. Отец этого не видел, а я еще как. Это тебя не оправдывает, Хорст. И жизни тебе не спасет. Вы двое вступитесь за меня, а я помогу с реданцами. Дам все, чего пожелаете. Отчаянная попытка подкупа. Раз, два и три. Что ж, желающих нет. Чем он должен помогать? Возьмем все, что захотим. Выгнал после из дома. Того, как вырвем тебе ноги из жопы. Золотые слова. Взять их. Золотые слова. Я предполагал иной исход. Забрать бумаги и вышвырнуть тебя на улицу. Ведь говорят, что месть нужно подавать холодной. Но и горячей тоже неплохо. Умоляю, пощади меня, брат. Проси все, что хочешь. Правда? Неужели все? Все. Перепиши на меня все, чем владеешь. И иди отсюда. Прямо так. В одной одежде. Позволь мне что-нибудь взять с собой. Хоть что-нибудь.
15 лет! В каналах! Как зверь! И ты еще смеешь просить? Будь лучше его, блин, что ты их люто легко. Вот тебе! Это ублюдок. Какой кровожадный, блин. Жесть. Ты доволен? Более чем. А ты? Нет. И не буду доволен, пока не найду дом Максимилиана Барсоди. Ты говорил, что он здесь. Так и есть. Вон там. Но боюсь, что ты его не получишь. Видишь ли, там внутри завещание отца. И согласно ему, пропавший некогда Эвальд Барсоди теперь получит все. А Геральт из Риви, которого ты обманул? Что ж... Ему придется взять себе что-нибудь еще. Мужики, мужики, успокойтесь. Не вынуждай меня. Вдруг я захочу взять твою голову? Ты ранен, утомлен. Похоже, у меня неплохие шансы. Я бы справился с тобой. Но, быть может, мне не придется, может, мы еще договоримся. Не вижу компромисса. Нам обоим нужен чертов дом. Не совсем. Тебе нужно содержимое, а мне шкатулка. Они там, внизу! Будь по-твоему. Пожмем друг другу руки. Ух, прямо камень с души свалился. Дай мне эту долбаную шкатулку и идем отсюда. Как скажешь. Туда. Мне кажется, там и не шкатулка нужна была, содержимое тоже было. Нахрена ему просто шкатулка? Я так думаю. Что-то сокровищница какая-то бедная. Так, что мы там понабрали-то? Арбалет. Че, валим отсюда?
Наконец-то выбрались. Ну, здесь наши пути расходятся. Пошел ты. Неужто все было так плохо? Нет, но еще бы чуть-чуть, Эвальд. Еще бы чуть-чуть. Бывай, Казимир. Желаю, чтобы твоя Ефимия одумалась и вернулась. О, да пес бы ей ехал! У меня теперь столько золота, что и без нее неплохо. Ну тогда живите долго и счастливо. Ты и твой кошелек. Вот и выполнили задание. Нужно переодеться уже. Так. Ну что, с вами был Ведьмак. Квест «Седьмая зама, откройся». Всем удачи. Всем пока, с вами был Дексник. Увидимся в следующей серии.